Кстати, мы же не сказали о персоне главного тренера. Мартикайна чуть-чуть не хватило. Ему здесь Энквист, дальняя передача. Но слишком сильно она была. Мы не сказали о том, что Александр Андреевский, это соотечественник с Кобелки, трудится в Адмирале. Очень хороший специалист. И тоже не сказать, чтобы малой крови. Но гол! И ему Хартиканин. Ну что, друзья, с первой шайбы в рамках Кубка Республики Салават Юлаев. Мы поздравляем. Хорошо выкатился перед вратарем, закрыл обзор голкиперу дальневосточников. Еще и, по-моему, подставил клюшку. Ну или, по крайней мере, в него попала шайба, а потом уже заскочила в ворота. А давайте посмотрим. Смотрите, насколько грамотно здесь подстраивался под вратаря Хартиканин. Потихонечку. И в итоге вылез и закрыл вратаря. Да, ну а Хартиканину никто не мешал. И достаточно спокойно шайба. Великолепно. Только Уфа же болит, слава, да? Леписта. Неудобно ему было бросать, и тем не менее исхитрился. Хрипунов. Там далее Воробьев. Как мне нравится то, что этих хоккеистов собрали в одном звене. Еще бы лучше было, если бы у них вообще все получилось. Организовали наши молодые. Великолепно. Трехходовочка. Капризов, Воробьев, Хрипунов. И Степан делает счет 2-0. Если у парней будет получаться то же самое в регулярном чемпионате, а далее в плей-офф, то цены им не будет. И памятник необходимо ставить тем людям, которые собрали их вместе в одной тройке. Хрипунов. 2-0. Ну, на заглядение шайбы, друзья, давайте посмотрим. За воротами Капризов. На Воробьева тот. Очень короткая передача на Хрипунова. Ну, а Степан, не мудрствуя лукаво, отправляет шайбу в ворот. Да и если бы там Доминик Гашек стоял, я думаю, не совладал бы. Ладно, разберемся, походу, не суть. Тем более, что шайбы в нашем вороте заброшены не было. И даже опасно не было. Но вот здесь, вот здесь сейчас Адмирал сыграл, вот. И в итоге добились своего, владивостокцы. Добились они своего, там Андрей Сенквист проиграл дуэль. В любом случае, Салават Юлаев впереди 2-1, ну а Светберга ругать в этой ситуации не стоит. Остался один перед воротами, 36-й номер Адмирала, это Андрей Сигарев. Андрей Сигарев 2-1. Ну, вот, ну попал в девятку, в ближнюю, великолепно. Наше ведущее звено, кстати, было на льду, и все-таки выцарапали шайбу, все-таки выцарапали. Зимчонок, бросок, гол. Шикарнейший бросок Зимчонка. Хорошо с кисти бросил, да? Очень здорово. Без шансов для Светберга. Ну и Степан Хрипунов грустный, едет на скамейку своей команды. Ну, но заработали абсолютно ненужное удаление. А вот и болельщики Адмирала аплодируют своим любимцам. Такой... Эдуард, если бы большой путь они совершили. Не в наушниках, вот тут прям под нами девушка, она очень эмоционально себя ведет. Так что не два и не три, здесь болельщиков, их очень много. Шикарнейший бросок, еще раз отмечаем. Ну и вот здесь вот, смотрите, какая позиционная ошибка. Сразу два наших форварда оказались в углу площадки. Умар. Хорошее подключение и... Друзья, не получился бросок у нашего молодого форварда, но это как раз таки помогло ему. Бобков был не готов к этому. 3-2, выходит вперед юлаевцы. У нас сегодня две такие, две подобные шайбы зашли, первые и третья, да? Ворота Бобкова. Ну здорово, что Хрипунов, Воробьев. Ну отметим здесь Умарка, который, посмотрите, какую паузу выдержал сейчас и как он увидел, что подключается Воробьев. Гениальная пауза. Нашел он потом Воробьева. Ну и Миша не подвел. Подвел Игорь Бобков свою команду. Смог он шайбу завладеть ее туда, в домик. Она уже сидящему на льду Бобкова зашла. И смотрите, каков Умарк. Ну, вот к счастью, каков Умарк мы все хорошо знаем. Каков Миша Воробьев. Передачу прямо на клюшку сопернику отдал. И передачу отдал, и упал неудачно еще. Вообще очень много, кстати, травм. Может быть, вы следите за другими предсезонными турнирами. Кто-то ноги ломает, кто-то получает повреждения не столь серьезные. Но это к тому, что вот эти игры, хоть и показательные, тренировочные, они ни в коем случае не такие, знаете, не нежные. Много силовой борьбы. Тема Хартиканин. Андрей Сенквист. Андрей Сенквист и Линус Умарк должен был добавлять. По крайней мере, нам с нашей позиции так казалось. Это гол! Что делают чертяги? 4-2.
Ребята, но это... Буквально вся арена сейчас, все болельщики, которые находятся на арене, встали в едином порыве. Настолько шикарнейшая комбинация в исполнении ударного звена уфимцев. Ну просто нет слов. И Энквист на острие атаки делает счет 4-2. Да, давайте-ка еще раз посмакуем. Все началось здесь вот с выезда к воротам самого Энквиста. Так, это Воробьев отдавал передачу, да? Дмитрий Воробьев, да, действительно. Воробьев, Омарк и Энквист завершал. Но, в общем, не то чтобы как по учебнику. Ну, звезды хоккеистов, континентальной хоккейной лиги. Можно сколько угодно говорить про возраст, но ведь фамилия-то узнаваема, мы знаем, что этот человек умеет делать. Адмирал-то рискует, уважаемые друзья, сняли они вратаря, поменяли его на 6-го полевого игрока. И вот так сейчас они будут пытаться реализовать лишнего и вернуться в игру. Ну а почему бы и нет? Нам ведь от этого только интереснее. Александр Нестеров. И надо забивать, Саша. Что он делает? 5-2. Теперь уже победа, можно в этом не сомневаться. Хотя не будем забегать вперед. Да, но сейчас точно будет сложнее Адмиралу вытащить эту игру. Насколько оправдан был этот ход Андреевского? Ну, видимо, не оправдан, раз Адмирал пропустил шайбу. На самом-то деле у Адмирала получалось забирать нашу команду в своей зоне при игре в меньшинстве. Но вот сейчас они рискнули. Александр Нестеров.